Ну ладно, тебе вот это вот. А, не, это 3 было, мне же показало, что 5. О, в 3 года какие, на какие поступки я был способен. Свободен. Да, давай, читай ты теперь. Так, матушка вяжет в кресле маленькие вещи, кофты, штаны, носочки, говорит, малыша нужно будет держать в тепле. Отец все реже появляется дома. По словам матушки, у него множество хлопот на важной службе, ведь он судья. О как! Угу. Однажды ты спрашиваешь матушку про Стефана и Глорию, почему они тебе брат и сестра, друг другу нет? Да, в разной капусте нашли. Видишь ли, сынок, Стефана родила не я, у него другая мать, а у Глории другой отец. Ну, не морщи так лоб, вырастешь и поймешь, и все поймешь. Ту-ту-ту-ту-ту! Да-да-да. Как говорится, если фотография вот эта вот была с персонажами, ну, основными актерами Санта-Барбары, где вот этот вот глава семейства, вот, который там 700 с чем-то серий проиграл, самый долгоиграющий актер, и вот там, если вы узнаете этих персонажей, значит, вам пора идти покупать тонометр. Ну ладно, проехали. Так. Как такое может быть? Вы же семья. Спустя несколько дней матушка зовет Стефана и Глорию в гостиную. Ты увязываешься за ней. Матушка сперва хочет выгнать тебя из комнаты, но затем велит сидеть тихо, молчать и запоминать. Лидия Бранте говорит. Сейчас, секунду, у меня тут по работе. Так. Когда войдете в храм, поклонитесь близнецам. Сперва направо старшему, затем налево младшему. Тебе, Стефа, нужно идти по мраморной стороне со скамьями, потому что тебе быть дворянином. Тебе, Глория, нужно идти по острой стороне. Затем вы оба должны встать на колени, каждый на своей стороне. Ты, Стефа, поцелуешь меч. Что такое? Так, Глория... Глория ударят плетью. Не бойся, дочь Смирена, прими это страдание. В этом великое благо твоего удела. А сатанизм и сектантство – это плохо. Глория не нравятся слова о плети. Внутри твоей груди тоже что-то сжимается. Тебе велели запоминать. Неужели у тебя будут бить плетью? На следующий день брата и сестру везут в храм. Когда они возвращаются, ты выбегаешь им навстречу... Переднюю. Ладно. Платье Глории на спине пропиталось кровью. Она сгорбилась и едва слышно хлынычит. Стефан гордо держит спину и задирает нос еще выше. На первый взгляд в них ничего не изменилось. В то же время изменилось все. Они приняли свой удел. Мы будем как революция. Uh-huh. О, этот мудак нас еще больше перестал любить. Захмутить. Но не положено любить чернь. Да вообще похуй. Мы его убьем. Не съедим. Да. Или расчленим, как в Питере это принято. Ели мясо мужики. Так, брат Стефан и сестра Глория приняли свое первое причастие в храме. Повторяю, сектантство – это плохо. Так, ты с любопытством разглядываешь... Так, плач младенца. Ты с любопытством разглядываешь сверток, в котором лежит твой младший брат. Отец качает новорожденного у себя на руках. Матушка светится улыбкой. Стефан и Глория оживленно суетятся рядом. Ты станешь ему самым лучшим братом, никаких тумаков. Вы будете вместе играть и дразнить Стефана, помогать матушке. У вас будет столько приключений. Чувствовать себя старшим непривычно. Только вчера ты был самым младшим в семье, и вот уже не так. И больше всего любить теперь будут тоже не тебя. Матушка дни напролет проводит с Натан. Дрейком. Триггер. Можно я буду его Нейтан называть? Натан, да нет такого имени. У некоторых есть, как видишь. Да хуёвое имя, пацан, тебе не повезло. Так, будем
Натан! Так звали брат. С Натаном. Звучит отвратительно. Иногда она позволяет тебе покачать люльку. Натан! И все время плачет. Но то есть ты так делом. Будешь всегда, Натан! Да! И днем, и ночью. Мать плохо спит из-за этого весьма рассеяна. Вот и сегодня она забыла свое вязание в кресле в гостиной. Нужно отнести ей. Ты бежишь к матушке в спальню. Ты так соскучился по ее улыбке. Вырываясь из комнаты, ты протягиваешь матери вязание. Но вместо благодарности ты наталкиваешься на ее уставший, холодный, враждебный взгляд. Натан, не переставая, кричит. Уйди прочь, Александр, ты мешаешь. Матушка цедит слова сквозь зубы. Ты смотришь на надрывающегося младенца. Он ни на миг не дает матери отдохнуть. О, да сколько можно, когда ты замолчишь? Я хочу покоя. Матушка мечется по комнате со злобой, трясет Натана в руках. Братик плачет... Натан! Он же орет. Братик плачет все сильнее. Кажется, она вот-вот швырнет его о стены, так как она устала от этого непрекращающегося крика. Нужно что-то делать. Тебе страшно от того, что делает мать, но еще больше ты боишься за жизнь маленького Натана. Итак, что же... Ой, а мы... Не можем вырвать из рук и обнять матушку не можем. Потому что, да, мы тряпка. Позвать отца. А принять гнев на себя. Так, ты бежишь в кабинет, просишь его успокоить мать. Так, а принять гнев, ты пытаешься привести матушку чувство сам. Так, это решительность, а это чуткость. Давай мы будем решительно, да, блядь. Ну, вообще, это я решаю. Но я на самом деле, тоже решительность, да, принял. То, да, одобряю. Ты... Мы, походу, пиздюлей сейчас получили. Так, ты подбегаешь к матушке, которая продолжает страшно трясти над Натана. Брат заходится криком. Оставьте меня в покое! Думаю, когда делаешь молочные коктейли, раз за разом, раз за разом. Твой голос вдруг заглушает крики матери и брата. Натан не виноват, матушка просто устала, не надо трогать младшего. Если нужно наказать кого-то, пусть это будешь ты, а не братик. Он такой крохотный, еще ничего не понимает. Господи, я уже твою манеру говорить перенимаю. Плохо, 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 плохо. Почему плохо, плохо, плохо? Это же мой фан-клуб. Нет. Матушка встает на месте, как вкопанная, щуривает глаза и смотрит на тебя. Ты даже отшатываешься от этого взгляда, полного холодной ярости. Я думала, это ты! Я аж попутала! Думаю, нихера себе ты можешь! В роль вошел! Натан! Ты будешь учить меня, как мне следить за ребенком, как успокоить капризного малыша. Да знай свое место, маленький, неблагодарный, настырный, все знай. Ой. Мать кладет Натана на постель, надвигается на тебя. Просто текай из города, тебе пизда. Ты делаешь еще шаг назад, но за твоей спиной закрытая дверь. Пощечина тяжелая, обжигающая. Щека горит, в голове звон. Ты зажмуриваешься, ожидая продолжения, но ты слышишь только тяжелое дыхание матушки и надрывистый плач Натана. Стук в дверь, ты отходишь в сторону. Это отец. Он смотрит на тебя, держащегося за щеку и на плачущего Натана, а затем на матушку, за разгневавшуюся, закрасневшуюся от гнева, тяжело дышащую с выступившими слезами. Сын, ступай к себе. Я скоро приду. Походу, сейчас там будет... Господи, маленький Натан и не подозревает, что его ждет. Ты идешь в свою комнату, прислонившись горящей от боли щекой к холодному стеклу. Внутри смесь обиды и непонимания. Спустя время плач Натана затихает. Ты слышишь в коридоре тяжелые шаги отца. Он заходит к тебе, садится на постель.
Не злись на свою мать, сын. Видит близнецы, и она не хотела никому его вреда. У нее сложные, у нее такие дни, когда она не может не орать. Но мы пройдем его вместе, как семья. Ты защитил брата. Это поступок маленького дворянина. Я горжусь тобой. Твоя матушка и Натан сейчас отдыхают. Сильно болит? Ты качаешь головой, но ладонь сама тянется к щеке. Отец с грустной улыбкой обнимает тебя, аккуратно гладит по голове. Ты вот окажешься лицом в его шерстяной сюртук. Становится спокойно, приходит тихая радость, что все уже позади. Мы дохера решительные. Угу. О боже, это лицо. Это вот лицо Натана. Ну да, как та самая вот с той мемки. Один в один. Рисовали. Вот, моя очередь. 5 годиков. Ура! 5 годиков. Дай тебе 5 денег. Тебе будет... Солдатики. Тебя будет отец. Накануне он вернулся из далекой поездки. Александр, у тебя особенный день. Сегодня ты начнешь обучение. Теперь к тебе будут приходить учителя. Будешь их... Учители, наверное. Учителя, да. Будешь их во всем слушать. Чем прилежнее будешь осваивать науки, тем ближе станешь к уделу дворянина. Чтобы ты запомнил этот день, получишь подарок. Лидия, нужно собрать нашего школяра. Хочу отправиться с ним в торговый квартал. Стефан просится с вами в город, но отец строго одергивает его. Это твой день. Старший брат обиженно замолкает. Ты едешь с отцом в экипаже по пыльным и шумным улицам города. Ветер приятно треплет волосы. Ты уже знаешь, ваш город зовется хрен знает как. Анизотти. Скорпионы лазают чайда. Анизотти. Конечно, мы в Британии. Анизотти. Я не знаю даже, как можно ударение поставить так, чтобы он британским стал. Его захватили британцы. Основали римляне. Колония. Это один из самых больших во всей империи. Колоний. Колоний. Самый большой колоний во всей империи. Случай, да? Анизоци. Возьми персик. Эй, ты не рано страдать начала, еще потом. В нашем большом городе можно страдать по-разному, да? На улице падает тень из белой кроны гигантского древа. Его ветви простираются над всем городом. Нифига себе, у вас там деревья растут, да. Там эти баобабы. Да, те еще бабы тут. А ты знаешь, что белое древо выросло из крови учеников наших богов? Оно растет уже столетние. Я сначала про богов-то не дочитал. А меня тут ведут как раз обучаться. Оно растет уже столетия. Именно в нашем городе. Его нельзя ни разрушить, ни сжечь. Даже... А еретиков? Да не, вспомнил сейчас сегодня из роликов, что нельзя отрезать рук Минотавра. Даже богословы не знают почему. Тем временем экипаж останавливается на площади у небольшой лавки. Ты в восторге бежишь к полкам, на которых куклы, фигурки, игрушки. Столько ты за всю жизнь не видел. Отец интересуется, готов ли ты выбрать свой подарок. Ты отвечаешь: фигурки ордена белых воителей. Это же самые лучшие бойцы империи.
Ты перечисляешь все, что тебе известно об Ордене. Много лет назад с их помощью войска Императора захватили всю провинцию Магра. Взяли штурмом ваш город. Чей город? Наш. А кто мы, не скажем. А мы не скажем, кто мы, да. Крым наш, но кто мы не скажем. А то нас канал прикроют. Взяли штурмом ваш город и присоединили к империи. Отец удовлетворенно кивает. Ну что ж, хоть война пока и не твой удел, солдатики приучат тебя мыслить как полководец. Мы будем вести ими сражения и изучать стратегию. Беги, бери свой подарок. Отец погружается в изучение книг. Ты же, ничего не видя перед собой, бежишь к ящику с солдатиками. Путь преграждает разодетый мальчишка. Он хочет забрать твой... Слушай, тебе. Да, мальчик тянется к ящику сам и за всей силы отпихивает тебя локтем. Не сдерживая злости, ты толкаешь его в спину. Твой противник падает. Вот это вот хедшот там, походу, был сейчас. Шум поднимается на всю лавку. Мальчишка богатей кричит в нос. Он ударил меня! Он ударил меня! На тебя грозно надвигается внушительная фигура незнакомца. Это отец мальчика. Но на плечи тебе ложатся руки твоего собственного отца. Сейчас стрелка состоится, похоже. Все будет раз на раз. Го выйдем раз на раз. Да. Что случилось? Ты с облегчением прижимаешься к отцу. Он защитит тебя. Да, ты толкнул мальчика на виду у всех, но он хотел забрать себе твой подарок. Отец поворачивается к тебе лицом. Так это правда, Александр? Ты ударил дворянского сына? Ой. Ой, как неловко-то получилось. Так, это уже твой выбор. Опа! А ну сказать правду, что будет? Значит, объявить себя невиновным. Ты тихо говоришь отцу, что толкнул мальчика случайно. Он... Оно само, Он не сам на нож 8 раз напоролся. Да, запал сил плюс 10. Сказать правду. Ты рассказываешь, что дал сдачи наглецу. Решительность плюс 1. Ну, а третья нам недоступна. Признать вину... Но у нас запал сил, видимо, совсем в ноль сведется. Ну, точнее, в минус 10 мы просто руки на себя наложим. Объявим себя невиновными. Мы невиновны. Мы реанимируем силу. У нас будет 5. Калькулятор включается, да? Мы невиновны. Невиновны. Ух ты, какая картинка. Спрятавшись за отцом, ты отрицаешь свою вину. Мальчишка сам упал, он такой неповоротливый. Отцы стоят друг напротив друга. Твой сохраняет спокойствие, а незнакомый дворянин в ярости сыплет оскорблениями. Твое дело хватаясь за клинок. Поток ругательств не прекращается. В конце концов, обидчик вызывает отца на дуэль. Чтобы защитить честь семьи, отец вынужден принять вызов. Мы сейчас, походу, батю проебем. Отца привозят домой с двумя ранениями. Одна в боку, вторая в плече. Ты, походу, нам плюс 10 силы дороговато вышли. Ты не отходишь от его кровати, испытывая смесь стыда, вины и благодарности. Ты исполняешь любое поручение родителя. Отец готов все отдать за семью, хоть и редко показывает это. После выздоровления отец приносит запоздавший подарок. Ящичек с славянными солдатами, рыцарями ордена святых воителей. Семья всегда защитит тебя. Вот что ты понимаешь, раскрывая фигурки. Запас сил плюс 10. Способен видишь, на поступок. Видишь. Мы можем кого-нибудь отмудохать. Да, главное, чтобы не батю, как в этот раз.